Выезжаем на Антоновсиенко. Не пропускаем. Давай. Направо. Вон. Давай. Друзья, меня зовут Вадим Серов, и вы снова на нашем канале «Дорожный контроль». Друзья, не забывайте нас поддерживать. Нам очень важно, чтобы вы нас комментировали. Желательно оставлять не по одному комментарию, а по несколько комментариев. Обязательно ставить палец вверх. Ну, соответственно, не забывайте подписываться на нас, если вы еще не подписаны, и ставить колокольчик, чтобы не пропустить наши новые видео. Приятного просмотра! Даже доказывать ничего не надо. Я же сказал, ё. 0,86 ОУН. Пока сидит, курит. Вот. Чем закончится, неизвестно. Здравствуйте. Хотели бы сообщить о пьяном водителе. Он пока сейчас стоит, но скоро поедет. В машине сидит вообще в неадекватном состоянии. Адрес запишите. Минуточку. Сейчас поедет. Он сейчас поедет. Владимира Невского, 1L. Это у нас литр, как он, ПАП этот клуб ночной называется. Клуб. Ночной клуб. Он сейчас завелся, сейчас поедет. Марка, модель автомобиля. Это значит Hyundai Solaris, цифра 086. ОУН. Ольга, Ульяна, Николай. Ольга, 086. Ульяна, Николай, 36 регион. Серебристый Hyundai. Что? Серебристый, да. Вы экипаж, вы мой номер телефона тогда передайте, готовы записать? Да-да-да. Смотрите, он только что сдает назад сейчас. Сдает назад, сейчас будет выезжать. Он поехал. Вы через сколько будете? Будьте на телефоне. Давайте, может быть, онлайн на телефоне. На телефоне, только на телефоне. Он на телефоне. Поехал. Так, давай сейчас за ним. Все, он погнал. Он поехал в сторону. Ты потише, ты мне так не пусуй, а то он сейчас спалит. Значит, он поехал в сторону у нас кольца милицейского. Милицейское кольцо вот это. А, все, он во дворы здесь, параллельно вот этому. Вот он во дворы здесь заехал. Поворачивайте. Он во дворы здесь заехал, направо повернул. Давайте. Говори, Владимира Невского это... Сейчас он говорит, мы сейчас ближе подъедем. Я сейчас найду адрес. Ты адрес заключи. Поверни туда, к нему, чтобы он... Поворачивай к нему. Скажи это. Давай, поехали. Адрес какой здесь? Владимир. Алло? Невского, так, во дворы адрес какой быстро? Владимира Невского, 1А. Владимира Невского какой? 1А. 1А. Во дворах здесь. Мы едем. Да. Вдоль дома 1А. Давай, он едет, он пытается тут остановиться, он вообще в говнину. Ну давай, мы на телефоне висим. А он сейчас в сторону обратно едет во дворах, в сторону этого, аксиомы. Здесь во дворах.
да, да. Но он во дворах здесь, где литр, вот эта вся тема. За литром прям. За литром, мы сейчас сзади литра проезжаем. Невский сквер сейчас. Антох, езжай, я не отвлекайся от дороги. Он сейчас поворачивает налево, получается. Там школа, я так понял, какая-то. Третий дом. Сейчас газ. Третий дом, да, вот он повернул. Едем. Там школа, походу, насколько я помню. Да, это школа. Да, школа там. Хальзунова 102В. Хальзунова 102В, да? Да. 102В, проезжаем Хальзунова 102В. В сторону школы 93. В сторону 93 школы. Мы уже от школы проезжаем стадион. Направо поворачиваем после школы сразу. Сейчас, значит, на Лизюкова будем лицей выезжать. Лицей номер 4. Да. Мельник, да. И вот он притопил. Ты так сильно не боли его. Сейчас, получается, на Лизюкова. Он сейчас налево. Здесь, не доезжая, значит, Лизюкова. Перед лицеем 4 уходит налево. Прямо перед воротами в школу он уходит налево. Пешеходный переход здесь. Адрес какой здесь? Уезжает, гонит. Стартанул. Этот, какой здесь адрес? Мы прямо едем, вот как от школы по отворот повернули. Смотри, адреса, смотри. Адрес, 114. 114, какой адрес здесь? Нет, он в дворах здесь. Он сейчас... Он уже понял, он стартанул, короче. Ну, сейчас на Антона Овсиенко выйдем, да? Да, выезжаем. Мы на Антона Овсиенко выезжаем. Выезжаем на Антона Овсиенко. Нет. Да. Даже не на Антона, это улица, подожди, автобус, большая остановка такая. Выехали, вот сейчас едем параллельно Антона Овсиенко. Он втопил. Параллельно Антона Овсиенко. Да, только что проехали. На Лизюкова сейчас будет направо поворачивать. С этой дороги ушел направо. Вон они. Вот да. Давай. Вот к нам сюда. Давай. На Лизюкова он топил. Где он? Направо ушел. Сюда. Вот. Да, он направо сюда ушел к школе. Понял куда? Да, вон он. Слышь меня? Едет. Да, вот, давай. Топит. Вот направо опять сейчас будет поворачивать. Мы вас пропустить? Давай. Мы вас пропускаем. Давай. Направо. Вон он. Давай. Красавчики. Ездом, блин. Добрый вечер. Здравствуйте. Но вы даже не пытайтесь, мотаться у вас не получится. Он, я так понял, на легком старте. И
назад уже успел перепрыгнуть. Быстро. Быстро, быстро. Я гляжу уже. Само же смешно смотри. Уже пока не скоро. Чуть придется задержаться. Чуток, а потом спокойно домой. Самое главное, он молодец. Машину поставил куда нужно, но так все на эвакуаторе уедет. Скажите, а где-нибудь службу несете? Нет, нигде? В любом случае. А работаете кем? Нес раньше. Там, смотри, даже пролилось эликсир. Холодно. Ну ты смотрите, а то он же там все зальет. Не ваш? А ваш где? Паспорт, что у вас есть? Какой документ? Да, что-то прохладно. Хлебушек, да нет, спасибо. Нет, документ. Пойдемте со мной. Здравствуйте. Мама, да? Да нет, я бабушка. А где он здесь? Да вон он. Сидит. Ну, погодите, ребята, может, не снимайте что-нибудь. А он где работает-то? Он работает, но у него ребенок маленький, 3 годика. Это жена не работает, может, что-нибудь решите. Работает кем? Водителем. Водителем работает? Сейчас права лишат и все. Блин, ну а что же он так пьяный садится за руль? Да и никто не знал, мы бы ему и не дали, хрен его знает. Она все время стояла, откуда-то выскочил, вот. И не видели. Тут вроде в клуб-то недалеко, ты бы отдыхал, пешком, мог пешком пройти бы. Да это просто он пьяный, бестолковый, ну так редко. Но нельзя ли что-нибудь решить? Да нет, конечно. Так, как тут решишь? Ничего тут не решишь, это... Это все. Приехали. А что, он натворил чудо? Да не, он пьяный просто, что, не натворил. Пьяным за рулем тут ну, гонял. Уже натворил. Как угорелый. Ну лишат прав сейчас. Ну конечно, теперь лишат. Ну может на месте решим. Да так, как вот так? Ну, все в рамках правового поля. Да я знаю, господи, ну сейчас и лишать. Юриста наймет, вон, в юридическую компанию обратиться, право на защиту. Ребят, ну сами подумайте. Еще больше станет с этим. Ну, он же сам сел. Да я... Все мы понимаем, что мы не понимаем, что... Ну давайте что-нибудь. Ее до этого не лишали, нет? Нет, точно? Нет. Нет. На первый раз будет наука, а второй раз просто уже уголовная ответственность, поэтому да это будет это сейчас лишат ребенок сидит, жена-то не работает. Жена сидит, не работает. Ребят, мы может что-нибудь лишить. Решим. Пойдемте, пойдемте. Контроля выражаем благодарность сотрудникам ДПС, которые оперативно, молниеносно отреагировали на наше сообщение, задержали пьяного водителя, ну и, в общем, сейчас вот оформляют его
И, соответственно, он понесет законное наказание в суде. Его лишат минимум от 1,5 лет, ну, максимально до 2 лет, и штраф 30 тысяч рублей. А? Ты кто разрешал машину мою снимать? О, он уже голос падал. Нам это ничем не запрещено. Расслабься, пожалуйста, и получай удовольствие. Получай удовольствие! Конченый. Получай удовольствие, конченый! Ну, видите, оживает. Ожил, смотри, как это. Он сразу активизировался, мозжечок заработал. Что такое? Да, рано инспектор со словами, да? Погорячился, что он... Он, смотри, да, начал, видно, понимать, что с ним происходит. У него до этого просто не было осознания всего того, что серьезности всей ситуации. Ну, видишь, у него сейчас в глазах оно появилось. Да, он теперь понимает, что, оказывается, за это предусмотрено лишение права управления. Это вообще атас. Вот посмотрите, его машинку снимают, а то, что его тут снимают, ему вообще это мало волнует. Ну, что поделать, еще какой агрессивный, понял, осознал, как говорится. Ну, теперь еще и нести наказание. Да, вся проблема в том, что... В чем проблема? В том, что он не является нашим подписчиком, поэтому такой злой и пьяный ездит. Если был бы нашим подписчиком, он был бы трезвым и не злым. Так что, люди, чтобы вести здоровый образ жизни, подписывайтесь на наш канал, ставьте обязательно палец вверх. Там пишите комментарии, обязательно пишите комментарии. Вы даже можете палец вниз поставить. Самый ну, в общем, вы тогда будете добрыми людьми и трезвыми. Да, его друг подписался на наш канал. Вот, он пошел спокойно домой. Ну, он еще не был подписчиком. Ну, да. Скоро будет. Сейчас теперь, кстати, он теперь будет нашим подписчиком. Он должен этот сюжет увидеть. Да, он и он должен единственный дизлайк поставить. Он дизлайк должен поставить. И написать обязательно комментарий, что Серов плохой человек. Как это обычно в комментариях пишут, да. А может, он вообще отпишет. Да, не трогайте его бутылку, этого машины. Ну что, потом и допьет. На бутылку правосудия все равно сядет. На бутылку правосудия. Это откроется так. Как шампанское. О, маэстро. Как хочешь, чтобы вы назвали этот сюжет? Да и как вам понравится так. Ну, у тебя есть пожелания? Нет. Нет? Я понял. Как вам? Ну, я так понимаю, ты служил раньше в ППС. Раньше. А как давно? Ну, как давно? Давно это было и неправда. И неправда. А ты стесняешься? Да. Ты стесняешься, что ли, этого? Нет, почему? Ты с гордостью должен об этом сказать. Почему я должен гордиться об этом? А ты не гордишься этим? Я не горжусь. Это была ошибка? Почему ошибка? Ну, и раз ты не гордишься, значит, считаешь, что это ошибка? Или все-таки не ошибка, и ты этим гордишься? Я просто считаю, что в нашей жизни можно денег больше заработать, чем работа в ППС. Я согласен, да. Но вот в ППС не за деньгами же приходил. Понятное дело. Ну вот, почему про деньги тогда? Ух ты. Всем хочется денег где-то заработать. Я абсолютно согласен. Но явно не в ППС. Понятное дело. Ты сейчас водителем работаешь, правильно понимаю? Ну, в данный момент, да. Вот скажи, чтобы я понимал и вообще наши зрители. Вот что движет людьми, которые садятся пьяными за руль? Пьяными за руль садятся? Да. Я не знаю, что я имею в виду. Ну вот ты сейчас в состоянии опьянения? Я нормальный. Нет, ты нормальный, это понятно. Я говорю, ты выпивал? Выпивал сегодня. Ты сейчас в опьянении в алкогольном? Выпил сегодня. Выпил сегодня. Вот скажи, ты за рулем же ехал? Нет, я пассажиром был. То есть когда... Смотри, а почему улыбаешься? Потому что... Что, мне надо плакать, что ли? Понял, то есть ты не управлял транспортным средством, правильно я понял? Слушай, а тебе не стыдно врать? Я же лично видел, что ты управлял транспортным средством. Дружище, твое местоположение было от и до. От литра, как ты тронулся, поехал. Да. И до момента, как тебя остановили, полностью все снято. Да. На видео, да. Ты знаешь, что предусмотрена ответственность? Ответственность предусмотрена за лжесвидетельствование. Сегодня у нас 3 ноября 2019 года. Находимся мы по адресу город Воронеж, Юзюкова, дом 105. А вот находится у нас водитель Шолохов Олег Олегович, 06.03.92 года рождения. Вот автомобиль его, которым управлял Hyundai Solaris. Мы все видим. Ольга 086, Ульяна Николай, 36 регион. Значит, понятые, в вашем присутствии сейчас данному водителю будет предложено пройти освидетельствование на месте, продукт, прибор. Алкотектор Юпитер, номер его 003-413. Рассказываю статью 51 Конституции. Можете не свидетельствовать против себя, родных и близких.
статья 25.1 КОАП РФ, то есть можете пользоваться помощью адвокатов, юридических лиц, ходатайство, отводы, если что-то есть, можете все это указать, заявить. Понятно, да? Будете проходить освидетельствование на месте, продавать данный прибор? Так я пассажир. Зачем мне? Я вам пока вопрос другой задаю. Проходите освидетельствование, будете? А зачем мне нужно, если я пассажир? Я повторяю вопрос. Освидетельствование на месте будете проходить? Нет, я пассажир. Дальше. В медучреждение поедете? Погромче. А зачем? Ну, ничего. Я вам вопрос задаю, будете ли вы проходить процедуру медучреждение? Вы поедете, вы сказали, что на месте вы прибор проходить, не алкотектор не будете. В медучреждение вы поедете? Для чего? Для прохождения медосвидетельства на состояние алкогольного опьянения. Как пассажир поедем? Нет, я вам еще раз повторяю. Вы будете проходить? Я не водитель. Это уже другой вопрос. Вопрос мой звучит так. Будете проходить освидетельство? Медучреждение поедете? Зачем? А не ты. Слышали? Да. Водитель, скажите, пожалуйста, вы будете проходить медицинское освидетельствование? Вы ответьте, да или нет? Я не водитель. Ну подождите, вам вопрос задали. Вот. Мы конкретно, его свидетели видели, как вы факт управления был от начала до самого конца. Так вот, вам простой вопрос задали. Вы будете проходить медицинское свидетельство? Я проходить ничего не буду, я не водитель. Все, мы услышали ваш рассказ. Соответственно, и расписываться в материалах не будете, правильно я понял? Не будете нигде, ни в каких? Нигде, конечно. В отказ пошел. Полностью отказываться от подписи. Конечно, я пассажир. Все, мы услышали вас. А где водитель, скажи тогда? Водитель домой уже ушел давно. Домой ушел, да? Слушай, у тебя раздвоение личности, шизофрения называется. Все, Петрович, хватит. Шизофрения. Хватит, суд, хватит. А зачем ты меня снимаешь? Пидоры, блядь, отвечаю. Слушай, ты себя посмотри. Давай раз на раз. Что? Два на два. Там расписался. На, так, не ты в схеме. Козлин. Все, пойдешь, мы увидим. Че, Миша? Ничего, все, все. Давай, говорит, раз на раз. А два на два не хватит. Раз на раз. Так, ребят, как мы сегодня рейд провели? Время у нас сколько? 5:00 с утра, да? 5 утра. 5 утра. В общем, мы словили одного беса. Беса. Изгоняли из него беса. Потому что проводили обряд экзорцизма. В перчатках вон. А ты его за что не держал? Запачкаться. Хватали, держали. Попался жульбан. В общем, было весело. Друзья, нам очень важна ваша поддержка. Как вы можете нас поддерживать в интернет-пространстве? Ну, как минимум, оставить комментарий внизу под видео, подписаться на наш канал и посмотреть предыдущее видео. Не забудьте оставить комментарий и нажать на колокольчик, чтобы не пропустить наше новое видео. Всем пока и до новых встреч!